Не покладая рук, Александр Меньков более 10 лет за рулем трактора в полях СПК-гигант. Как никто знает, качественная посевная – залог высокого урожая. Трудиться ежедневно с утра до вечера, обеспечивать продовольственную безопасность страны – истина хлеборобов. Без этой профессии никак. Не каждый так бы и смог. Есть люди, которые приходили в хозяйство, поработали месяц, два, три и уходили, потому что тяжело и так далее. Люди как в городе работают? Два выходных, с 8 до 5, праздники 5 дней, 6 дней. У нас такого нету, поэтому это надо привыкнуть. На 87 гектарах этого поля проходит нарезка борозд под посадку сорта картофеля «Бриз» – эталона вкуса, урожайности. Междурядье – минимальная высота гребен, стыковой ряд, технологии соблюдаются с точностью до сантиметра. Качественное оборудование – верный помощник. Автопарк представлен более 30 видов техники, которая задействована в сегодняшнее время на полях. И в этом году мы приобрели новый аппарат, который предназначен для высева – это сеялка Амазон. Также, конечно, в год качества дополнительный контроль со стороны механизированной службы по ремонту и обслуживанию техники. Мустанг Элита. Яровой ячмень залегает в почву на финальном поле. Норма высева на гектар 150 килограмм, а это 3 миллиона семян. Подготавливают почву два культиватора. График работ плотный, но профи справляются. Отец был механизатором, понравилось, с ним катался со школы. Пошел, отучился на механизатора, пришел сюда работать. Ну, работа сложная, но помогает как-то справляться, ну, на любовь своему делу, к земле. Тяга какая-то есть. Работа нравится. Сев – это закладка, сев – это как фундамент. И задействованы только профессиональные механизаторы, потому что это очень ответственная работа. У нас индивидуальные всегда подходы, то есть это связано как с семенным материалом, так и предпосевной подготовкой. Как год качества, так мы к этому приравниваемся, мы стараемся, чтобы все было качественно и в агротехнические сроки. Работа кипит вовсю, когда для комфорта труда созданы все условия. Питание – залог всего. Обед, ужин по расписанию. В рационе присутствует, конечно, и горячее, и второе блюдо, и обязательно морс, если это жарко, минеральная вода, если погода плюс более чем плюс 25 градусов, ну и холодный чай также есть в рационе. Ну а по насыщению блюд горячим обязательно мясное, то есть если механизатор будет работать до 9 или 10 вечера, он должен быть сытым. А если ты сыт, тогда и работа идет. Сельскохозяйственный кооператив ежегодно подтверждает громкий статус передовика области. Выращивают картофель, зерно, бобовые, кормовые. Гордятся и радеют душой за каждого сотрудника. Юлия Вернер, Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.